Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Поставил вам сорт томата Хейс. Посадил этот томат первый раз в этом году. Это новинка сезона у меня на даче. Очень понравился этот томат. Покупал его у известного коллекционера. Данный томат понравился тем, что устойчивый к фитофторозе. Фитофтороз его не тронул, не болел в этом году. И устойчивый к вершине гнили плодов. И так называемые вершинки. Данный томат растет у меня в теплице из поликарбоната. В открытом грунте этот томат не сажал пока. Планирую посадить данный томат в открытом грунте на следующий год. А также посадить его в поликарбонатной теплице. Хочу, чтобы данный томат показал всю свою урожайность как в открытом грунте, так и в теплице. Надеюсь, в следующем году не будет сильной жары, как в этом году. И он покажет весь свой потенциал. Данный томат можно использовать как для переработки на томатную пасту, томат, на сок. Очень сочный, очень сладкий сорт томата. Очень понравился нашей семье. Думаю, что он поживется у меня на даче. Большое всем внимание. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечу, поделюсь своим опытом по уходу за данным сортом томата. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Помогите развитию моего YouTube канала. Также оформляйте подписку. Большое спасибо за внимание еще раз. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.